Здравствуйте, Надежда. Поздравляю вас с таким отличным достижением. Вы, по-моему, сегодня порадовали им и в 6-часовом беге, да? И особенно порадовали на 100 километров. Особенно вот такое ощущение, вот, по-моему, на финише появилось какое-то такое дыхание открылось, что такие круги вы делали, что, по-моему, позавидовали даже мужчин. Потому что мужчины, по-моему, даже многие, наоборот, под финиш устали, а вы, наоборот, начали как бы прибавлять. И такое ощущение, что если было бы суточный бег, то вы бы вообще бы рекорд установили. То есть вы разошлись только. Как сами себя чувствуете вот в этом? Тяжело, не тяжело было? И то, что вы были практически как бы одна, то есть помогали ли вам мужчины? Вот очень красивый был финиш, да, как бы, когда вы вдвоем с Владимиром Макаровым взяли за руки, как бы, да, и вот, финишировали вдвоем, это было очень красиво. Ну, результат не порадовал, конечно, рассчитывала на другой результат. Ну, какой есть, такой есть. Это буду рассматривать как тренировку, как суточную бегу. Чемпионат России, суточный бег, да, у вас будет? Или да. Кубок России? Май, какой да. План? Май, да. Мои будут выступать, да? Ясненько. А до этого будете что-то выступать или пока нет? Или уже какие-то будут планы? Может быть, где-то выступите в марафонах там или нет? Нет, сейчас восстановление, 2 недели примерно. Потом снова набирать форму. И потом на старт Чемпионат России, да? То есть для вас этот старт был такой, больше такой как бы прикидочный, да, перед суточным бегом? То есть все-таки у вас больше суточный бег? Он получился как прикидочный, а на самом деле планировал это другой результат. Сейчас буду думать, что это прикидочный. Но все равно вы уложились, самое главное, уложились в 9 минут, поэтому прибавили, наверное, да, последние? Нет, почему я бежала одним темпом, ну в конце одним темпом, в начале, конечно, другим темпом. Ясно. Ну, хорошо, вы молодец, удачи вам. Так держать, я уверен, что мы с вами не раз встретимся. По-моему, у нас уже не первое интервью, поэтому у вас и получится. И самое главное, верить в себя, как бы, да, и побеждать, устанавливать личные достижения. Спасибо большое, удачи. Спасибо.